Здравствуйте, в эфире телеканала «Лаба», передача «Актуальный разговор». Сегодня у нас в гостях начальник отдела МВД России по Лабинскому району Юрий Михайлович Голота. Здравствуйте. И начальник полиции отдела МВД России по Лабинскому району, подполковник полиции Николай Валентинович Шишко. Здравствуйте. Я приветствую вас в нашей студии. Юрий Михайлович, ну, закон о полиции ровно год. Скажите, что нового внес этот закон и что изменилось? Ровно год назад, 1 марта 2006 года, вступил в силу федеральный закон о полиции. По сути, именно этот нормативно-правовой акт положил начало широкомасштабному реформированию органов внутренних дел, что сейчас происходит в отделе МВД по Лабинскому району. Основной нового полицейского законодательства стало это федеральный закон, назову их сокращенно, то есть это закон о полиции, о социальных гарантиях, о службе в органах внутренних дел. Помимо их обновлена полностью правовая база деятельности органов внутренних дел. И составила около 17 указов президента Российской Федерации, 19 постановлений правительства и более 800 ведомственных нормативных правовых актов. Эта работа еще не завершена на сегодняшний день. При реформировании милиции и полиции, в полицию перешли более профессиональные сотрудники, которые в основном 90% личного состава имеют высшее юридическое образование и среднее. Потому что по новому закону только в полиции должны служить лица, которые имеют юридическое образование. Закон о полиции там четко предусматривает о том, что наше назначение полиции – это оказание содействия лицам, защита граждан, собственности. Ну, я считаю, это одно из правильных решений, принято правительством и Министерством внутренних дел. На сегодняшний день взаимодействие у нас идет и с квартальными участковыми в тесном контакте работы. Я лично принимаю и принимал, и принимать буду также продолжать при сходе граждан, где квартальные отчитывались, и я выезжал. Мои заместители везде принимают участие, выслушивают. И ежемесячно проводя планерку в администрации города, глава города Клюев проводит, и мы присутствуем туда, тоже пребываем, или я, или мои заместители. Ну, стараюсь в основном туда пребывать я, потому что с приглашением всех участковых и докладывает участковый, что, что на участке произошло, сделали взаимодействие. Ну, я считаю, это с одних направлений сотрудников полиции. Это взаимодействие с народом. При МВД создан общественный совет, членами которого стали представители общественного, казачества, духовенства, средства массовой информации. В январе совет начал свою активную работу. На постоянной основе еженедельно по понедельник члены общественного совета участвуют в проведении приема граждан. Также участвуют в профилактических мероприятиях, проводимых на территории оперативно-профилактических мероприятий. Значит, в этом году уже и я выступил с докладом полиции на сессии 28-й, это, то есть в январе месяце выступил с докладом о работе МВД по Лабинскому району за 2001. Наша работа депутатами района признана положительно. Вопросов нареканий к полиции не было. Единственное, были пожелания депутатами района нашего. И также отмечалось в некоторых участковых работах по итогам 11 месяцев 2011 года. Ну вот про ваш отчет. Вы одним из первых начальников отдела по краю отчитались перед органами представительной власти. А вот скажите, пожалуйста, как часто будут проводиться такие отчеты и для чего? Значит, мы будем проводить отчеты ежеквартально, чтобы и знать обстановку района и доверие населения. Потому что каждый гражданин города Лабинска и Лабинского района, я считаю, может где-то не договаривать, и граждан может то, что до нас какая-то информация может не доходить. Да, когда мы открыты, мы работаем с гражданами, тогда и мы будем владеть всей ситуацией, и люди будут больше нам доверять. Николай Валентинович, при проведении реформы МВД России выступила с инициативой создания системы профилактики. О чем идет речь? Значит, в 2011 году, это я хочу сказать, новый закон принят, значит, вступил в силу новое подразделение, которое отвечает за надзор за лицами, которые освободились с мест лишения свободы. У нас в настоящий момент под надзор попадает 106 человек по Лабинску. Из них 9 человек у нас находится уже под надзором. Значит, большую работу очень сильную в надзоре осуществляет подразделение участковых уполномоченных. То бишь, как раз в этом подразделении и создана у нас организация, которая ведет дела подучетников этих, контролирует. Значит, весь отдел нацелен на профилактику с этими лицами. То бишь, у нас подводится нормативная база под то, чтобы человек выполнял все, что было предназначено судом. Проверяться по месту жительства,
определенное время суток он должен находиться дома. Проверяется не только участковым, проверяется уголовным розыском, проверяется подразделением ППС на маршруте патрулирования. То бишь человека этого мы окружаем таким образом, чтобы он не мог совершить в дальнейшем какие-нибудь преступные деяния. Ну, я могу дополнить. Это у нас федеральный закон, который вышел в апреле месяце прошлого года. И вступил в закон в силу, он уже с 1 июня, июня вступил. И на основании федерального закона 64 есть приказ МВД 818, где сотрудники полиции осуществляют надзор за лицами, освободившись из мест лишения свободы. То есть они могут уже, освободившись из мест лишения свободы, уже иметь надзор. Но надзор по приказу 818 устанавливает суд. И суд их ограничивает во времени. И смотря за что гражданин был. Вот на сегодняшний день у нас 8 человек стоит под надзором. Из них некоторые, которые совершили преступление в отношении несовершеннолетних. То их им ограничено время во времени, там до 10 часов, как уже начальник полиции сказал об этом, что они не имеют права появляться в общественных местах. У них идет ограничение. Ограничение устанавливает суд. И это ограничение мы выполняем. Данным приказом в основном возложено на подразделение с двух человек, которые у нас работают, два сотрудника, которые собирают материал, направляют в суд, суд принимает решение. Ну а надзор осуществляют уже все подразделения, участковые, ППС, дежурная часть, ГИБДД, все подразделения охраны общественного порядка. А вот каковы теперь вот основные оценки критериев действий полицейских? Мы уже говорили, это доверие населения. Доверие, да. Я считаю, одно из критериев, если даже взять службу участкового, если участковый работает на участке, и у него нет преступления, значит, он профилактирует, не допускает преступления. И если даже совершается, и он раскрывает преступление, даже если совершенное преступление на участке участковый не раскрылся, значит, у него есть доверие граждан, взаимодействие с гражданами, граждане ему помогают. Да, я считаю, и правильно, ему зарплату повысили. Но если сотрудник не работает, приходит на работу, чтобы получать зарплату, ну, я думаю, таких у нас пока на сегодняшний день нету, я думаю, и не будет. Но если не будет, то мы в порядке аттестационно будем аттестовывать и увольнять таких сотрудников, которые не будут работать. У нас палочной системы нет, мы еще раз работаем. Профилактика у нас основное направление работы полиции. Но если уже совершилось преступление, то надо его раскрывать. А вот как вы считаете, изменилось ли отношение граждан к органам внутренних дел или осталось все-таки прежним? Ну, в целом, я просто вот могу заметить, и просто население города Лабинска и района, ну, более такое спокойно и доброжелательно. Конечно, есть некоторые негативы, все как для всех хорошим не будешь, но да. 90% жителей Лабинска, Лабинского района нормально относятся к полиции, да, и воспринимают. И вообще население Лабинска, я скажу, очень порядочно, доброжелательно, потому что я просто ранее проживал в другом районе, мне просто есть сравнить с чем, да, но все равно. И сильно развито казачество в Лабинском, ну, и помощь нам от них идет хорошая, так как они к нам выходят на охрану общественного порядка и в выходные дни, и в будние дни, и также работают по закону по 15 и по 15-й, тоже нам помощь большую. Также ЧОПы нам помогают, выходят дни, и также хочу отметить большую роль, нам помогают внутренние войска, которые находятся на территории города Лабинска, войсковая часть 32-19. Тоже они нам оказывают в охране общественного порядка. В основном в праздничные дни и выходные дни они нам оказывают. Николай Валентинович, а ваше мнение? Значит, я хочу сказать, была коллегия по итогам года 2011-го, и на коллегии выступал бывший президент Медведев, он сказал, что нормативную базу очень сильную получила полиция. И работа здесь будет заключаться в совместном проведении всех работ, которые делает полиция и граждане. То бишь мы вместе будем остерегать наших граждан, наш район, наш город от преступных деяний. То бишь Медведев четко и прямо сказал, что такой нормативной базы, только такая нормативная база была в царское время. Вот я хочу добавить, что... Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я благодарю вас за то, что вы к нам сегодня пришли. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. Всего вам доброго. До свидания.